Ну вот, молодое поколение решило девочкам съездить за мороженым на заправку. Ну, а я пешком, вот. А это дом прикольный, кстати. Всем девчонкам привет передай. Во. Морожка. Дом прикольный, какой-то скандинавский стиль. Называется бинокль. Ну, бинокль понятно, но на что он смотрит, этот бинокль? Сейчас я покажу спереди. Кстати, дом продается. Ну вот вам и куда смотрят панорамные окна. Ребята, куда тут смотреть? Вот представьте, человек там, хозяин там или муж в трусах. Или жена в трусах. Или без. А тут на них он пчелы смотрит, вон там ульи стоят. Ага, и грузовик. И грузовик. Дизайнеру, конечно, было весело, когда он курил, все это здесь проектируя. Всем хорошего настроения.